Здравствуйте, друзья. У меня небольшой перекус. Я вообще в такой шикарной обстановке. Вот Анна Леонидовна у нас. Так, вас как зовут? Полина. Она такая. Вы откуда, Полина? Из Петербурга. Вот питерские друзья у нас есть. А я... что у меня есть на перекус? Вот есть полбаночки йогурта. Потому что я полбаночки вчера съел. И у меня положено йогурт. И вот фрукт какой-нибудь. Вот. Да, вот это фрукт мой на сегодня, такая клубничка. Вы можете подумать, что она какая-нибудь чернобыльская, или, может быть, как-то выращена на какой-то дряни. Нет, это органическая вещь из органического магазина, все такое вот настоящее. Может быть, они вывели какой-то новый сорт, там, типа клубника слоновая, и это, да, типа elephant, какой-нибудь strawberry. Но мы сейчас будем пробовать. Так, что первым запустить в рот? Я вот, Анна Леонидовна, что первым взять, вот йогурт или клубничку? Клубничку, конечно. Клубничку, да? Оленька, иди сюда, иди сюда. Мы, у нас тут консилиум, иди сюда. Какой? Клубника. Клубника. Йогурт. Йогурт. Значит, скажи, солнышко, что первым съесть? Что в рот идет первым? Я могу, конечно, намазать. Вот это сверху. Вот так. Да, я люблю вот так вот. Это прямо как крем. Да, я люблю вот так. Ты эстетка. Я люблю вот именно так. Ну и как? Хочу сказать, что этот йогурт, я бы его назвал сметаной. Ну, он очень похож, только не такой калорийный. Он, и не такой кислый. Он тоже такой весь, что нам написано. Clover – это хорошая фирма. Это клевер по-русски прям. Они как с русского скопировали. Да? Значит, органический греческий йогурт. Вообще греческий йогурт очень хороший. Органический. Давайте я еще намажу. Вот так, друзья, многие на диете так питаются. Я после. Хорошо после. Жанночка, иди сюда. Иди сюда. Вот скажи. Вот есть, давай, есть клубника и есть йогурт. Ты бы вот что положила в рот первым, клубнику или йогурт? У нас такое исследование. Я бы положила сначала клубнику, а потом йогурт. А я видишь, что делаю? А может, да, вот так бы я сделала еще больше. Да. Вы просто вопрос задали такой, что первым. Вы не задали, как бы ты это ела. Я бы положила йогурт на клубнику и так бы и ела. Есть такой анекдот, как Вовочка приходит в школу, и учительница говорит, ты что это вот опоздал туда-сюда, вот завтра с мамой придешь. Он говорит, мама не может завтра, у нее завтра, значит, она записалась к сексопатологу. Она говорит, к кому? Вовочка говорит, к сексопатологу. Ученица, это как? Ну вот как, вот представьте себе. Идете вы по улице, и вам навстречу две девушки. Одна ест, мороженое кусает, а другая облизывает. Кто из них замужем? Жанна, ты скажи. Не знаю. Ну, она не знает. Та говорит, ну так лихорадочно думает, говорит, та, которая кусает? Говорит, нет, говорит, та, у которой кольцо на руке. А вам, Марья Ивановна, тоже надо к сексопатологу. Ты пишешь ему, что ли? Пишем, это же видео снимаем. Дана, ты на весь мир. Со своим смехом. Со своим? Не знаю. Она не знает. Сколько лет замужем? Я тоже к сексопатологу. Сколько ты лет замужем, скажи? Страшно сказать. 38. Жанечка, это мне страшно. Я 42. И ничего, это справляюсь. Я думаю, что вы всех пересчитываете. Справляюсь. Чего и вам желаем. Вот. А у нас хэппи перекус. Счастливо.